Привет! Сегодня у нас на обзоре мега-обновление Notion, волшебная кнопка Button, и я подготовила для вас 5 лайфхаков, которые без преувеличения перевернут ваши отношения с Notion. Давайте без долгих вступлений начинаем! Лайфхак номер 1. Пользуйтесь шаблонами-блоками. Добавьте на страницу нужные блоки контента, которые вы регулярно заполняете, и они однотипные. Например, чек-лист с тем, что надо сделать перед каким-то действием. У меня, как пример, это заполнение ежемесячника, и перед тем, как мне его заполнить, мне надо выполнить 3 пункта. Это собрать контент за прошлый месяц, отредактировать фото и просмотреть прошлый месяц в заметках. Это классная функция для того, чтобы делать какие-то типичные повторяющиеся задачи, но которые не должны сохраняться в вашей базе знаний. Лайфхак номер 2. Не отрывайтесь от процесса работы. Добавьте на страницу кнопку, которая будет переключать вас на нужное вам действие в один клик. Для примера, я пишу конспекты по английскому, и в процессе урока возникают какие-то новые слова. Я их записываю в конспект, и потом, чтобы перенести эти слова в словарь, мне надо заново читать конспект, что, конечно, полезно, и переносить еще дополнительно слова в словарь. До этого руки доходят очень и очень редко. Теперь же с помощью кнопки Button я могу в один клик добавлять новое слово прямо в процессе написания конспекта, не переходя в другую базу данных. Еще раз, давайте. Вот мое пространство для изучения английского. У меня есть две отдельные сущности. Это лекции и конспекты по ним, и это новые слова. Я захожу в лекции, открываю самую последнюю лекцию и, предположим, хочу добавить слово like. Я его не знала до этого. Я просто нажимаю на кнопку «Добавить новое слово», и у меня выскакивает табличка, я ее заполняю, что слово «перевод», все, щелкаю на пустое место рядом и продолжаю писать лекцию. Больше мне ничего делать не надо. Мы можем сейчас зайти и проверить новые слова, что это слово там появилось. Лайфхак номер 3. Интегрируйте игру в свою рутину. Вообще, чем более интерактивной вы делаете свою работу, тем больше вам хочется в нее работать. А интерактивность — это в большинстве своем игровой процесс. Для примера, у меня есть трекер привычек, и когда я выполнила одну привычку, например, занялась спортом, нажимаю на кнопку, оно автоматически отмечается. Прочитала 30 страниц, нажимаю на кнопку, оно автоматически заполняется. У меня также есть волшебная кнопка, которую очень хочется нажать. Она называется «Великолепно! Отметить все!». И когда я на нее нажимаю, сначала у меня всплывает уведомление, что я такая молодец, похвалить себя. Я нажала, и все привычки, которые я трачу, заполняются. Хочется сделать все только ради того, чтобы нажать на эту кнопку. Это классный элемент игрового процесса в вашу рутину. Давайте дальше. Конечно же, вы можете выносить эти кнопки на любую страницу вашего рабочего пространства, например, на главную. Я вам сейчас показываю просто для наглядности, и они у меня сейчас сверху трекера. Но представьте, что вам даже не надо заходить в трекер. Вы можете вынести эту кнопку на главную страницу и нажимать ее там. Она все время перед глазами. Это снизит порог того, что вы это будете забывать. Также она перед глазами, и вы будете помнить, что вот, если я сделаю все за сегодня, я смогу нажать вот именно на эту кнопку, и это приятно, это может сработать для вас. Рекомендую попробовать. Давайте двигаться дальше. Лайфхак номер 4. Сделайте свое взаимодействие с Notion более позитивным. Это опять к вопросу об интерактивности, о каких-то игровых функциях в вашем Notion. Мы уже на прошлом примере увидели, что с появлением данной функции в Notion у нас появилась возможность добавлять уведомления, всплывающие при нажатии кнопки. Это может быть совсем нетипичное уведомление. Например, это уведомление можно использовать в рамках дополнительной безопасности для какого-либо действия, если вы работаете с командой. Например, когда вы назначаете на кого-то задачу, то уведомление может всплывать и запросить у участника, который назначает задачу, точно ли ты хочешь назначить задачу. Или же, если у вас есть кнопка, которая отсылает запрос на горячую линию, возможно, стоит добавить уведомление. Вы уверены, вы прогуглили, все окей, точно с этим не можешь разобраться сам. Только после ответа на этот вопрос человек продолжает. Я же предлагаю вам не забывайте про себя. Например, у нас в нашем бизнесе Добро есть кнопка продажи. У нас маленький бизнес, поэтому это все в Notion. Когда мы нажимаем на кнопку «Совершена продажа», давайте вместе нажмем, всплывает уведомление, поздравляем, не забудь порадоваться, потому что это важное маленькое событие, и можно нажать «Я молодец», и вот у меня есть вариант «Продажи нет», тестирую кнопку, что тоже вариант, но более грустный. Экспериментируйте с ней, она действительно может сделать вашу коммуникацию внутри с Notion более позитивной. Да, это
очень полезно для команд, для безопасности. Но я настоятельно рекомендую не забывать о себе и сделать себе такие маленькие приятные плюшечки на каждом моменте вашей работы. И лайфхак номер 5. Назначайте задачи в один клик. Добавьте кнопку, которая будет автоматически назначать задачу на конкретного участника вашего проекта. У нас это реализовано также в бизнесе Добра. Когда я нажимаю кнопку «Назначить на Диму», всплывает окно, я могу написать задачу, она автоматически подтягивает Диму как ответственного. Я также могу установить дедлайн и еще всякие другие поля. Когда я просто выхожу из этой страницы, мы можем прокрутить страницу вниз и увидеть, что в колонке задач у меня на Диму появилась новая задача. Точно так же она реализована «Назначить на Машу», то есть на меня. И вместе с этим у нас есть волшебная кнопка, которая называется «Просто назначить задачу». И это работает следующим образом. Она назначает задачу на того, кто ее нажимает. Это не нужно для команды из двух человек, как у нас, но если у вас большая команда, или вы готовите к промо-видео, или это что-то связанное с SMM, то вы можете использовать эту кнопку, чтобы человек, который нажимал ее, задача назначалась именно на него. Наверное, советовала бы вынести такую кнопку руководителям направлений и директорам вот на ограниченный круг лиц, которым часто прилетают задачи, если вы ведете задачники свои в Notion, и все в одной таблице, и, например, руководителей долго искать среди всех сотрудников, надо вводить, вбивать, то это очень сильно сокращает путь. Конечно же, вы можете использовать эту кнопку не только в работе в командах. Вы можете ее использовать также в рецептах, книгах, фильмах. Например, у меня сейчас настроено назначить задачу на Диму, но вы можете добавить кнопку «Добавить рецепт десерт», и она сразу будет добавлять в вашу базу знаний в десерты рецепт, если вы увлекаетесь кулинарией. Если вы увлекаетесь фильмами, то можно добавить просмотренный фильм или добавить фильм к просмотру. Это все сейчас очень легко регулируется внутри кнопок. И давайте, 5 лайфхаков было, теперь вишенка на торте. Где же искать эту кнопку? Ну, конечно же, ее можно найти в основных функциях Notion, когда вы выбираете, что вы хотите добавить, текст, подзаголовок, заголовок, страницу, таблицу, галерею, что угодно, там есть у вас такая функция, как button. Нажимаете на нее, рядом с ней сейчас значок new, потому что это обновление, и дальше уже копаетесь в настройках. А если нужно подробное видео для какого-то из лайфхаков, которые мы сегодня обсуждали, пишите обязательно про это в комментариях, я сделаю для вас отдельный туториал. Сегодня были просто лайфхаки по применению кнопки и как ее вообще можно всунуть сейчас в свою работу, как с ней взаимодействовать. На этом у меня все. Присоединяйтесь к нашему сообществу, нажав на кнопку «Подписаться», и давайте вместе создавать свою идеальную инфраструктуру в Notion. Всех целую, обнимаю, всем пока, увидимся через неделю на этом же месте.